Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! А вот это сокровище природы станет вашим сокровищем. Без долгих раздумий приобретайте комплект, о котором раньше вы могли только мечтать. Нежный дизайн, богато украшенный, и это комплект. То есть вы получаете и серьги, и кольцо по единой стоимости. Выбирать такой комплект легко по размеру кольца. Какой бы размер вы ни выбрали, вы кольцо получаете сразу сережки, которые будете объединять и носить. Цена комплекта 3999 рублей. И также присутствует 3 цвета на выбор. Гарнитур называется «Сокровище природы». Правильное ли название? Конечно, правильное, потому что сокровищем природы является и кольцо, и серьги, и весь комплект, или гарнитур, как у нас написано, в любом абсолютном исполнении, в любом гарантированно, в природной ставке, независимо от цвета. Вот сейчас на ваших экранах вы видите зеленый, и вдруг он поменялся на молочный. Это бастард, тот самый любимый и самый дорогой, я бы сказал, янтарь. Каждый из оттенков янтаря, который вы видите на экране, обладает своими особенностями. Мы подробнее поговорим о них обязательно, но сейчас хочу сакцентировать ваше внимание и на цене, и на выгоде предложения, которое действует только сейчас в рамках прямого эфира. При этом у нас каждое украшение, которое выглядит настолько богато, это серебро в золочении. Металла много, было бы это золото, это были бы тяжелые, практически неподъемные сережки. В данном случае комфортный вес в серьгах, удобная посадка в кольце и абсолютно совершенная форма. Вот это тот пример кольца и серег, где не придраться, где настолько совершенно сделана каждая деталь. А вот ко мне часто на выставках подходят люди и говорят: извините, а можно под это кольцо сделать серьги? Или наоборот, можно ли под эти серьги сделать и заказать у вас кольцо? Это очень сложно, это стоит дорого, но сегодня вы получаете целый готовый образ, Ольга, это гарнитур. У нас и кольцо, и серьги. Независимо от того, в каком цвете мы выбираем этот гарнитур, придет вам целый гарнитур. Два украшения. То есть мы с вами, выбирая коллекцию, сразу получаем готовый образ, сочетание серьги-кольцо в единой стилистике. Ну, посмотрите, как интересно. Серьги у нас выполнены приблизительно в таком, знаете, птичка мне здесь видится, такой лебедь, да, наверное. Посмотрите, у нас даже они практически поцеловались, эти птички. На кольце у нас дизайн перекликается, но его можно отнести больше, пожалуй, к цветочным, к асимметричным. Кому-то здесь тоже, наверное, лебедь увидится, но мне просто видится красивый орнамент, который вписывается в единый стиль с этой подвижной птичкой. И, конечно, на каждой птичке все заметили, кроме янтаря, несколько еще и блестящих камушков. А это, конечно, тот самый кубический цирконий, или в России его всегда называют фианитом, который нам подыграет, который нам подсветит своей бриллиантовой дисперсией. И это тоже очень и очень важно. Итак, разные цвета на выбор. Каждое украшение вы получаете не в одном, а в двух экземплярах фактически, да, потому что у вас кольцо, серьги будут. Цена премьеры 3999 рублей за комплект. Как правило, я те украшения, которые видела с янтарем, это обычно такая стоимость за кольцо, а здесь за два украшения. Посмотрите на Татьяну, она выбрала классический вариант, она выбрала коньяк. Ну, коньяк, да, или гречишный мед, пускай будет. Если... Карамель, я карамель люблю очень. Но в любом случае, это классика, всеми любимая классика. Если мы хотим показать свою приверженность к этому образу, то мы выбираем с вами именно такой цвет. Да, а если вы хотите поэкспериментировать, тогда, безусловно, на мой взгляд, зеленый камень, зеленый янтарь будет самым интересным выбором. Если вы при этом еще и рачительная женщина, которая не просто хочет выбирать камни, а их коллекционировать, тогда, по рекомендации нашего эксперта, выбирайте молочный оттенок, который сейчас продемонстрируем. Это редкий, вот он, редкий сорт бастард. Да, за этим сортом гоняются все иностранцы, которые приезжают к нам в страну. Ну, потому что в их стране свободной продажи янтаря нет, либо он стоит бешеных денег. У нас же абсолютно все доступно в нашей стране, Ольга, потому что янтарь весь балтийский, с берегов Балтийского моря, там, где расположен единственный в мире горно-обогатительный комбинат, только там
там добывается этот янтарь. То есть получается, что мы здесь не так и патриоты, да, в общем-то, это патриотичный камень, это русский камень. Кстати, я хочу также обратить ваше внимание, что янтарь помогает в различных ситуациях. Для тех, кто хочет посетить много стран, это такой спутник туристов, да, спутник людей, который хочет очень активно двигаться по жизни. Это символ успеха, счастья. И хочу обратить ваше внимание на то, что вот действительно это камень и солнечный, камень энергии. Энергия во всем, в любом цвете, потому что все они имеют природное происхождение. Уважаемые телезрительницы, вы видели когда-нибудь сразу три украшения, и все они были с разными оттенками янтаря? Я вам предлагаю не выбирать, а приобрести сразу. Просто сразу заказать, все да. три заказать, потому что они редки, украшения великолепно, но... Наденете вот такое украшение абсолютно на любой случай. У нас, конечно, комплект, вы выбираете сережки и кольцо, но очень важно, да, знать, комфортную посадку мы вам показали. У кольца сейчас, вот я открыла замочек английский и покажу, как он защелкивается. Я знаю, как он защелкивается. Когда я проводил экспертизу, я видел, что один щелчок и все на месте. И, конечно же, не повреждая маникюра, как всегда. Да, вот смотрите, для того, чтобы нам его открыть, нужно слегка приподнять штифт. То есть просто у меня не получится его вот таким образом открыть и сдвинуть. То есть вот они правила. И щелчок, слышите? И удобство, надежность и комфорт во время использования этого замка сделали его самым востребованным, внимание, на ювелирном рынке вообще, Ольга. Безусловно. Кстати, подходит под разные мочки. Здесь у нас есть и легкое занижение штифта, где-то в районе половины миллиметра. И мне, конечно, нравится то, что с одной стороны серьги с вытягивающим эффектом, но, как у нас часто бывает, если дизайн в длинных серьгах не продуман, тогда нижняя часть серьги, особенно если она подвижная, может просто переворачиваться. Здесь как влитой сидит камень, это элемент дизайна. То есть серьга не будет переворачиваться, не будет показывать какие-то, скажем так, нелицеприятные стороны, хотя, конечно, здесь нет. Но в любом случае будет смотреться всегда очень красиво. И никто не отменял эффект молодящий и вытягивающий, корректирующий форму лица.